честь своего 7-летия Национальное радио Чувашии продолжает Дни радио в районах республики. В этом году марафон начали с Цивильского района. Вместе с коллегами отправилась и наша съемочная группа. Их узнают не по лицам, а по голосам. Журналисты Национального радио Чувашии выходят в эфир на волнах 105.0 FM без малого 7 лет. Не только услышать, но и увидеть любимых ведущих смогли жители Цивильского района. Мы от всего сердца рады начать Дни Национального радио Чувашии именно с Цивильского района, потому что именно из Цивильска, с Цивильской телерадиовышки вещает Национальное радио Чувашии. На этом празднике, где наша замечательная, красивая команда, вся практически в полном составе, приехала, чтобы побыть вместе с вами, поделиться с вами радостью, поделиться с вами нашей энергией и получить от вас улыбки, получить от вас радостное настроение. Оказывается, радищики не только готовят новости и программы, но и поют и играют на музыкальных инструментах. Часть обширной программы журналистов. Основная цель таких поездок – пообщаться с жителями, узнать о достижениях и планах развития района и, как итог, подготовить серию репортажей. Но мы сейчас решили, что вот выезжаем в районы, дарим концерты, встречается население с нами, журналистами, да, чтобы поближе к народу. И хочу сказать, что действительно настоящий сегодня большой праздник. Этот проект стал уже традиционным. С каждым годом жители республики узнают о своих земляках все больше нового. Эти встречи, вот День Национального радио в нашем районе, в частности, приносят большое удовлетворение и нам, цивилянам, потому что вы, уважаемые друзья, предоставляете нам возможность заявить о себе на всю Чувашскую республику. А вам мы, наверное, тоже в какой-то мере обеспечим дополнительную аудиторию ваших слушателей и, наверное, дадим вам новый стимул для дальнейшей позитивной работы во благо нашей Чувашской республики. В ближайшее время в эфире Нацрадио появятся выпуски о Цивильском районе. Следующий пункт назначения – Ятиковский. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика.